А в Беларуси своя атмосфера. Готовьтесь, скоро будет новая карта. Лукашенко остерегает поляков от выдуманной беды. Говорит, что польские и американские власти готовят провокации против польских граждан. Он уверенно рассказывает, с какой стороны начнется Третья мировая. Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия Третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасения есть. Польско-американские разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь. Понимаете, нужен вот этот повод, заварушка. Но мы предупредили по-братски польский народ, чтобы были аккуратны и осторожны. Как бы это все странно ни звучало, но если что-то произойдет, мы теперь знаем, откуда растут ноги. Лукашенко опередил всех и спалился.